Нет, но я люблю своего сына, и даже более того. Просто было 5 лет, и на каждый год он вкушал мой шашлык. Год 6, ну по сути, давайте его отметим в другом месте. И мы вам сейчас объясним, как вас на бабки разводят. То есть 5 лет это был еще юбилей, и мы тоже не дома его вкушали. То есть вкушал он мой шашлык, естественно. А затем еще десяточка так, а может быть и побольше вылетела. Ага, 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 а как вас на бабки-то разводят? Ну мы же говорили про это. То есть понятно, что ни один нормальный человек в супермаркеты не пойдет. Дорого, некачественно, полный бред по сути. Нормальный человек все покупает через интернет. Нормальный человек смотрит мои сюжеты. И у нормального человека все свое. И зачем ему ходить в супермаркеты, непонятно. И поэтому, ну не в каждом супермаркете есть развод на бабки. И в данном случае семейный парк круче всех. Может быть, мы к этому и пришли. 200 гигабайт каждый фильм, обалденный парк для детей, и реально круче него в городе нет. А вот тут разводка. Ну, чтобы один человек пришелся, минимум штуку надо отвалить. Минимум. Сумма в долларах то небольшая, но для большего удовольствия сумма становится поболее. Тут вопрос другой. Хавка. Так, чтобы было круто и не задорого. Такого здесь нет. Потому что здесь весьма странные рестораны с не совсем моим вкусом. И хлоп, еще на 10 человек восьмерка прилетает. Итого, праздник откатывается в не самый приличный бюджет. Проще. О, проще. Дома 5 компьютеров в сетке. Проще. Обалденный запас игр и игрушек. Хуже. Такого количества батутов и змеелазания нет. Но удовольствие за ту же сумму. 4 раза день рождения. Да легко.